В этих пещерах, да, а потому что их здесь очень много, очень. Как он только по этим горам ходил, я не знаю, но пещер здесь много. Человеку это просто не понять. Здесь это еще хуже, чем тайга. Ну, это такая еще. Это надо очень хорошо ориентироваться в этой местности. Кондиционерное днём уже не помогает, ставлю на двойку, жарко. Слева мёртвое море. Вот оно около предгорья, опять каких-то окружено горами, с той и с другой стороны. Это оазис опять из пальм впереди. Фотографии любой.